Традиционно для сахалинцев главным знамением тепла становятся лебеди. В этом году они показались в Невельске намного раньше обычного. Уже 24 марта их заметили на острове. У островитян уже вошло в добрую традицию встречать этих грациозных белоснежных птиц как символ весны и наступления тепла. Пернатые летят на остров из Японии и останавливаются в своих излюбленных местах – Невельске, Охотском, Корсакове и на побережье в районе Соловьевки. Мы приехали с семьей сюда покормить лебедей. Вот, они очень красивые, свободные, сегодня тепло. Решил сегодня приехать, потому что выходной день, посмотреть на красоту и посмотреть на лебедей. Вот. Ну, я хотел еще сивучи сегодня посмотреть, если они и есть. Вот. А так, почему бы и нет? Лебеди морозоустойчивы, поэтому на острова пернатые красавцы прилетают одни из первых после зимовки. На север они отправляются в конце апреля, начале мая. Период их пребывания на Сахалине зависит от протяженности лета. А пока эти грациозные птицы здесь, на них приезжают посмотреть не только островитяне, но и туристы. Но очень красивые, прекрасные птицы, прям супер. Ну, они сейчас довольно далеко. Ну, меня есть бинокль, я все вижу. По оценкам специалистов, каждый год на Сахалин прилетает несколько десятков тысяч лебедей-кликунов. Птицы занесены в Красную книгу, и относиться к ним нужно особо бережно. Также напомню, не стоит кормить пернатых привезенными продуктами, а особенно хлебом. Орнитологи уверяют, животным такая еда не пойдет на пользу, а наоборот, может стать причиной их гибели. Поэтому лучше просто полюбоваться белоснежными птицами в их естественной среде обитания. Александр Дзебин, Полина Семенчик, телекомпания АСТВ.